выполнение упражнений приступить. Еще совсем недавно сотрудников вневедомственной проверяли на аккуратность с документами. Сейчас новый вызов – конкурс профессионального мастерства. А это не только умение разбирать табельное оружие, подтягиваться на турнике и метко стрелять. Оперативное реагирование на сигнал и действия на месте четко по инструкции тоже в системе оценок. Простого внешневизуального осмотра здесь недостаточно. Главная задача конкурса профессионального мастерства – оценка совершенствования профессиональных качеств сотрудников, проверка умений действовать в сложных и нестандартных ситуациях. Полученные навыки пригодятся при выполнении служебно-боевых задач. В личном первенстве – лучший старший прапорщик Рязанского ОВО Александр Нагин. В таких состязаниях он уже не в первый раз. Ушли все допущенные ошибки. Занятия у нас проводятся как на территории отдела НИСН охраны, так и на территории учебного тренировочного комплекса Росгвардии. Чисто спортивный итог. Победа команды вневедомственной охраны по Рязани. На втором месте экипаж из Сасовского района. Третья – команда из Клепиковского. Именно они теперь представят Рязань на всероссийском этапе конкурса в Воронеже. Максим Васильев, телекомпания «Город».